Привет, здравствуйте. Очередное мое видео об автомобильных товарах из Китая. Хочу показать некоторые интересные вещи, которые продаются на AliExpress. Смотрим видео до конца, чтобы не пропустить именно тот товар, который вам очень может пригодиться. Все ссылки внизу под видео. Автомобильный радиоприемник Android, GPS, Wi-Fi, USB, автомобильный мультимедийный проигрыватель. Все вместе. Быстросъемные зажимы для клемм-аккумулятора. Мини-лазерный автомобильный USB-светильник для украшения салона. Массажная накидка автомобиля и для дома с адаптером. Автомобильные холодильники. Многофункциональный цифровой мультиметр. Насос автомобильный, портативный электрический. Окно и зеркало-доводчик для разных автомобилей. Органайзер для автомобильных сидений. Кожаная. Автомобильный ящик для вещей. Освежитель воздуха для автомобиля. Автомобильный парковочный датчик. Автомобильный стайлинг педаль. Чехлы для педалей. Защитная пленка для фар. Защитная водоотталкивающая пленка от дождя. Автомобильный подголовник, DVD-плеер с USB и CD-слотом, 32 бита игра. Есть и бюджетный вариант. Подогреватель сидений автомобиля. Новая функциональная подушка для шеи из пены с эффектом памяти. Комплект для полировки автомобильных фар.
Полировочный набор. Комплект для полировки авто. Полирует автомобиль и отталкивает воду. Предупреждающий светодиод для автомобиля при открывании дверей.